Передвижение экстремалов. Одна машина уже ушла в плиты с горки. О, еще один. Ну и куда ж вы, дурни, поедете? Вы сейчас там будете целовать плиты. Все, приехали. А там, походу, такой спуск, что не то, что зимняя резина, а и цепи не удержат. Тупо наклон под 90 градусов вниз. Куда ты едешь, не знаю. Да, мы тоже пойдем сегодня пешком. Можно было бы через Ласточку, там спуск меньше, но с горки может вынести в море. Поэтому будем идти пешком. А, развернулся, на ту горку не поехал. Да, экстремалы. Я свою даже заводить не буду. Поехал. Ну, будет снег таять, потому что под ним мокро. Видно следы, потому что на улице плюс один. О, еще один. Ну, это хоть танк. Танк проедет, наверное. И то. Стоит и думает, ехать дальше или нет. Вот так нежданно-негаданно пришла зима. Для лыжников сейчас рай. Только подняться можно на обедре, на канатке и все. Ну, канатка стоит, вагончики не ездят. Колокол. Поехал, джиперик. Храбрые люди. Был бы мороз, снег бы не таял. К обеду может уже все растаять, конечно, но тем не менее, это уже зима. Можно лепить снеговиков. Джип посунулся потихоньку. Видно, зимняя резина. Море. Ай, Петри. Та самая чудная гора, на которой все были летом, из которой вид на землю, как с неба. А скоро крещение. Будут здесь и морозы. Снова начинается снег, снова будет мести. А там Марат внизу. Колокола, если честно, так слышу первый раз. Птички летают. Тип на этой машине пытался три раза заехать на горку, смирился, поставил машину и пошел пешком. Летняя резина. Да, сегодня воскресенье. Пятнадцатое января 2012 года. Детям будет потягивать.
у нас здесь не только летом, у нас даже зимой красотища. Так что проезжайте кататься на лыжах и сноубордах. На Ипетре, правда, разве что на вертолете можно подняться. Сегодня мы никуда не поедем. Вот тебе и Крым зимой. Так что здесь не всегда лето. Вот и все.